такая бактерия называется хеликобактер. Само по себе это довольно безобидная бактерия, но у него есть продукты распада, производства. Да? Ну, по факту он гадит у тебя в желудке. Угу. Что эти продукты распада постепенно могут приводить к образованию язв, которые тоже не сразу могут давать осложнения и жалобы. То есть ты можешь многие годы даже не замечать об этом. Но в процессе эти язвы существенно повышают риск образования именно онкологических процессов. И по факту первый и самый вообще элементарный способ, как минимизировать свой риск рака желудка, узнать, есть ли у тебя хеликобактер. Если он у тебя есть, то его можно пролечить.